Если еще месяц назад в день ставили по 20-30 прививок, то сейчас эта цифра доходит до 100, говорят врачи Барнаульской поликлиники номер 3. Народ пошел, но совсем больших очередей, как это было еще полгода назад, пока нет. Желающих поставить вакцину достаточное количество. И что самое интересное, народ наконец-таки поверил, что это не страшно и что это нужно. Тем более, что август – это самый благоприятный месяц, чтобы перед ожидаемой волной выработался иммунитет. Вакцинация уже привычное дело, рассказывают пациенты, которые только вышли из процедурного кабинета с плановой прививкой. Добавляют, что лучше перестраховаться, ведь встречать очередную ковидную волну нужно без паники. До этого ставила прививку в прошлом году, такую же двухкомпонентную, абсолютно не больно. Мы делаем четвертый раз, состояние всегда прекрасное, никаких проблем не было совершенно ни разу. Ну и вот теперь пришли снова, доверяю. Мы и от гриппа привились, мы делаем все прививки. Все соблюдаем. И маски носим, как положено, и все такое, когда начинается этот вирус. Но хватит ли вакцины на всех? Эпидемиологи уверяют, проблем не возникнет. Сейчас на складах более 250 тысяч единиц. Вакцины обеспечены не только поликлиники, но и участковые больницы, ФАПы и отдаленные районы края. А вот будут ли снова открывать пункты вакцинации в ТРЦ, пока неизвестно. Необходимость будет обусловлена тогда, когда будут очереди. Очередей нет. А мы зачем людей будем снимать для того, чтобы привить 5 человек, и в это время стоят пустые прививочные кабинеты в поликлиниках? На сегодняшний день взрослым можно привиться спутником ВИ, то есть гамковитвак, а детям от 12 лет – упрощенным компонентом спутника М. Первый компонент полностью соответствует существующему ранее спутнику Лайт, поэтому повторную прививку можно поставить первым компонентом гамковитвак. Кто не прививался, тому нужно поставить обязательно две прививки. Напомним, что поставить прививку можно в любом лечебном учреждении по предварительной записи, через регистратуру или госуслуги. А к маломобильным людям врачи могут прийти на дом. Мария Мацаева, Вадим Быстревский. День с толком.